день. Сегодня вот пришла моя посылка долгожданная от мыла Опт. И я хочу поделиться с вами тем, что я себе заказала. В данном магазине заказываю я первый раз, но заказываю по большому количеству расходов. И в принципе я всем довольна. Первое, что мы видим, это наша накладная. Сумма верна. Содержание тоже. Вот, заказала я себе такие большие пакетики с надписью «Ручная работа». Вот, буду в них упаковывать. Также заказала маленькие пакетики, простые, они без надписи, чистые. Вот. Далее у нас идет масло какао 100 грамм. Такая вот пластиковая форма для мыла. Очень красивая. Массажное мыло получится. Так. Ну, здесь вот у нас мыльная основа. Белорусская. Органическая. Далее идет с маслом ши. И просто основа для мыла. Прозрачная. Вот все по полкилограмма. Далее у нас идет такой вот пакет. В котором у нас масло миндальной косточки 100 мл. Оливковое масло. 50 мл. Вторая бутылочка оливкового масла. Так. Далее дёготь берёзовый 30 мл. Далее набор из 4 красителей. Здесь красный, желтый, зеленый и синий. Такой наборчик. Все хорошо упаковано. Ничего не пролилось. И отдушки. Яблоко. Ромашка полевая. Лаванда. Так, а это эфирное масло лаванды. Здесь у нас лимон и чайное дерево. Бленд. Далее это у нас отдушка Эклат Ланвин. Это для парфюмерии было. И морской бриз. Так, еще у нас есть ароматизатор для свечей ягодное изобилие. И сладкая вишня отдушка. Все, все верно. В принципе, могу сказать, что я уже начала собирать свой второй заказ. Вот, все-таки на сайте представлено очень много товаров. Все хочется, все по доступным ценам. Поэтому буду заказывать еще. Вам к заказу я рекомендую данный сайт. Все, всем удачных покупок. До свидания.